Всем привет! Сегодня расскажу про зарплаты моряков. Думаю, этот вопрос интересует многих людей, в частности родственников, знакомых и соседей, которые постоянно видят моряка в золоте и как у человека, у которого просто очень дохрена денег, и тот, кто обязан занимать всем. Конкретно говорить, сколько, кто, в какой должности, я не буду. Скажу только от и до. Сколько в среднем зарабатывают моряки в месяц, в зависимости от того, на каком флоте они работают. Большую часть моряков зарплату получают в долларах или евро, поэтому когда курс валюты высокий, моряки всегда радуются. Работают моряки в основном без трудовой книжки, это очень редко в каких компаниях есть, может в российских каких-то есть, я ни разу не встречал. Также когда моряк сидит дома, зарплату он не получает. Если речь идет о работе на пароходах река-море, то зарплата маленькая, но опять же, если сравнивать с пароходами морского класса, которые работают по всему миру. Разница особая между сухогрузами и танкерами, она несущественная. В общем, средний заработок на пароходах река-море от 30 до 170 тысяч рублей в месяц. Самая высокая зарплата считается на газовозах. Зарплата на таких судах от 150 до 1 миллиона рублей в месяц. После газовозов идут химовозы от 100 тысяч до 900 тысяч. Следующие танкера. Зарплаты от 80 до 800 тысяч рублей в месяц. Далее идут контейнеровозы и сухогрузы. Зарплаты от 60 до 400 тысяч рублей. Про пассажирский флот ничего сказать не могу, я не в курсе, но зарплаты, думаю, будут между танкерным и сухогрузным флотом. Повторюсь, я рассказал про зарплаты в среднем, есть где получают намного больше, есть где намного меньше. Все зависит от компании, в которой моряк работает.